Смотрите, где мы? Мы пришли к Мире за кроссовками. Мира здесь узрела свои кроссы. Посмотрим. Очень классная здесь обувь, одежда вообще. Здесь представлены такие Nike. И пошло. Вот они, Мира на мечта. На языке написано, на языке здесь пишут. Откройте рот. Вот эти классные, смотрите, эти. Как вам вот эти? Я вам покажу, какие тут кроссовочки есть. Адидасики такие. Мила, носки уже одела, эти стелечки, или как они называются. Умы. Смотрите, какие лакосты. Боже, какая прелесть. Миля, вот это садик. Всякие шлепики. Ну, здесь оригинал. Все оригинал. Так что... О, вот эти классные. Смотрите. Смотрите. В торговом центре выключили свет. О, включили. Мы кроссовки не смогли купить, потому что света не было. Погас свет. И, короче, кассы не работают, ничего не работает. Так что что-то такое включается, выключается. Но мы потом на обратном пути, когда будет свет, мы купим. Здесь такое серебришко. Что? Поближе подойди и говори, тебя не слышат. Мне интересно, те люди, которые остались после всего. Да. Электричество есть, но кассы не работают. У них сбой в системе. Какие-то хакеры, наверное. Да я шучу, конечно. Мы сейчас пришли на крышу. Отсюда виден весь Манавгат. Здесь, смотрите, очень уютненько. Здесь бильярды, здесь боулинг и вот такие всякие аттракциончики для деток. Вот тут диванчики такие поставили классные. Сегодня ночью у нас был дождь, я смотрю, здесь намокло. Все. И вот здесь мы не смогли пополнить карту, потому что сбой в системе. Сейчас вам покажу. Манавгат. Видите? Очень влажность высокая. Гор не видно практически. Когда электрика кроется, я туда буду. Мила хочет, да, здесь попрыгать. Ну, в общем, мы пошли дальше. У Милы все стабильно. У нее танцы. Смотрите, какая ракушка. Это мы сейчас в Коллинсе. Смотрите, Мир, смотри, какая сумочка. Там внутри ремешочек. Еще есть вот такие. Вот это тоже прикольно. Здесь вот такая. Шляпки. Такой кепи. Пополнили нашу карту. Сейчас будем... Ну, тут никого нет. Мира, а ты помнишь вот этих акул? В общем, мы идем вниз. Из-за дождя ничего не работает, кроме машинок. Мы сейчас идем... В общем, мы идем. Я вам покажу, куда мы идем. Вот такие делишки. О, я вам хочу рассказать, что произошло с Мирой, вот где те акулы. Вот она, Мира. Она ходила со своей подружкой Асей.
Было года два назад, наверное, это все дело происходило. И они выпили молочного коктейля, потом Мира села на акул. В общем, она там... Она вытошнила там. Вот такие были дела. Вот девочки хотят здесь. Они постоянно что-то выигрывают. Эти, как это, для ключей. Я забыла, как называется. Вот эти штучки для ключей. Как они называются, я забыла. Вот. Кто-то из них всегда выигрывает. А Миле вот такой костюмчик купили классный. Штанишки с кофточкой. В общем, сдала я детей в камеру хранения на полчаса. Пойду что-то себе куплю. Смотри, они меня не видят. Они не видят, что у меня милкшейк. Мы пришли пообедать. Девочки очень устали. У Милы Макдональдс, конечно же. Вот, переворачиваем. Огромное ведро картохи с куриными. Мы взяли вот такие вот и вот такие наггетсы. И Мирана любимая перзола с соусом. А я жду куриный суп. А это мой любимый помидорчик вяленый. Обожаю просто. А вот мой суп с курочкой. Это уже последняя остановка. И мы сейчас кроссовки оплачиваем и идем домой. Миссия выполнена. Она так рада, так счастлива вообще. Это мы Мире. Это Миле я купила. Ну, это ланчбокс для школы. Он там с ложечкой, с вилочкой. И вот такой костюм. Посмотрите. Вот Мила открывает. Смотрите, здесь так, а здесь вот такой. Да. Вот, вот этот такой. Ложка и вилка. Да. Ставьте лайки, милочки.